секрет, что многие компании понимают, что приведение в соответствие деятельности компании на территории Российской Федерации потребует от компаний инвестиций, большого количества человека-часов, которые будут потрачены на имплементацию данного закона. И было важно услышать от представителей власти, какие задачи они себе ставят, вводя такие поправки, и, в общем-то, как-то проследить логику. You can have all the possible models, you can do all the screen you want, but at the end of the day, if there is not a risk-based approach, and especially a culture of compliance, the organization will not go further. Так называемая проблема дерискинга, на которую обратила внимание ФАТФ, когда финансовые организации страхуются. По первому звонку избавляются от клиентов, которые представляются им рисковыми, и мало того, что лишают, в принципе, законопослушное лицо либо компанию возможности воспользоваться своими услугами, еще и ставят крест на его репутацию. У нас получилось много иностранных гостей, а все-таки уклон у нас ушел в российскую проблематику. Но, тем не менее, иностранные гости, они знают российскую проблематику и могут ее преломлять через свой опыт национальный, который, в общем-то, в чем-то сопоставим. Участников сейчас даже чуть больше, чем 3500. Участники крайне высокого уровня. Это действительно в этом году очень много представителей бизнеса, представителей корпораций, внутренних юристов, часто мы их здесь на площадке называем инхаусов, действительно представлены очень широко практически весь крупный и средний бизнес в лице их руководителей юридических подразделений представлен. As I mentioned, you know, Japanese companies are not really know the business here in Russia. So this they have the kind of old types of image about the Russian economies. We need to, you know, educate them to make them understand the current exact correct information about you know those issues. В части привлечения инвестиций на Дальний Восток. Это революционные изменения в нашем законодательстве и создание так называемых территорий опережающего развития. Это буквально существует только 2 месяца, закон вступил в силу. Уже есть первые результаты, но для общественности, даже для юридической общественности, это совсем новая материя. И выступление представителя Министерства Дальнего Востока было очень-очень интересно и познавательно. Именно оздоровление является приоритетной и абсолютно превалирующей формой работы с проблемными задолженностью именно в банках. Это превентивные меры, как раз-таки исходя из того, о чем я говорила в какой-то момент сегодняшней дискуссии, что однозначно возвратность лучше, банки на практике это прекрасно понимают.
надо вот сконсолидировать усилия не только экологов, но и государственных мужей, чиновников, простых граждан. Все наши нормативные документы должны вступить в силу, не быть заблокированы, заморожены. И тогда наша планета будет чистой. As a lawyer, it's really useful for me to keep up to date and to really hear the cutting edge issues that are of interest, and also just to meet people, share ideas, and to talk.